Тема приветствия Микки Маус и все-все-все. Ну, раз все-все-все, значит и немцы. Где-то на фронте. Где танки? Не скажу. Ты думаешь, если мы тебя повесить не смогли? Расстрелять не сможем? Зачем ты уничтожила наш продовольственный склад? Ха, вот вы даете. Вы ж меня сами в нем на ночь закрыли. Как найти нам Сталина, говори? Че его искать? Вы про него анекдот расскажите, за вами сами приедут. Эти русские над нами издеваются. Мы поймали партизан. Что, Ольга, предала нас? Ты там давай, стой, не выступай. Закройте их на продовольственном складе. О, слышал, на продовольственном складе. Идите, пожрите, через полчаса уходим. Сидоров, руки помой. Петров, что такие грязные в плен-то залез? Прям выйду, поубиваю вас. Сначала их поубиваю, потом выйду, вас поубиваю. Да хватит! Говори, где танки. Я не скажу, где наши танки. Да зачем нам ваши? Ты нам наши верни! Где танки? Слушай, ну зачем тебе танки? Ты же девочка. Алло. А я сколько раз говорила, не звоните мне в плен. Роуминг дорого, давайте. Иди сюда. Наши сейчас там через полчаса мозг будут взрывать. Мне на тот берег надо. Я пойду, ладно, давай. Ты никуда не пойдешь. Так, мисс Анорексия, ты не поняла? Я говорю, номер окончен, я ухожу, мне пора, давай. Что?